любовь, почему самая великая? Почему любовь сравнивается с Богом, с самым своим высоким, высшим? Почему любовь так высока? Почему она настолько ценна в сердцах и в жизни наших? Любовь — это непостижимо головой, умом, сознанием, необъяснимо словами, мыслями, образами, не нарисовать картинами. Любовь — это все в единстве, в полноценности своей, в качестве, в свободе. Все, что есть, возможно. Это волшебство, любовь. Это творение всего нового в самой сильной энергии жизни. Даяние. И все это в свете, в жизни, в радости, в присутствии всех и в понимании. Любовь — это высшее, что есть, проявление лучшего, что есть вселенной. Это тот знак творения, тот символ жизни. Любовь — это та сила, та энергия, тот свет, та детская улыбка, те сияющие глаза, словесное, как живое, новое творение, дитё. Вот что любовь, вот это оно воплоти здесь на земле у нас. И сразу начинает она портиться и вянуть, потому что среда плохая. Коронавирус здесь всех нас поразил, закрался в нашу жизнь всех и мучает нас, ослепил сердца наши, он ослабил, опустошил все, что было в нас. Все мечты наши, они закрытые, заколдованные в раке беспамятности в прошлом. А время нас поймало, держит за самое ценное, что есть у нас. Надежда. Не отпускаем ее. И она, система, дает надежду постоянно, подпитывает нас силой всякой, заманивает нас отражениями, блесками. Все, что так трудно контролировать, а вначале невозможно, это все как идти в какой-то ураган. Надо в середину зайти, надо быть магом, надо быть человеком живым, жизнью, потоком, надо быть в себе, иметь ту силу, что управляет всеми стихиями. Поэтому в себе вот это все сейчас будет проявляться, все поменяется в жизни нашей. Потому что решают не те, кто у власти, кто в авторитете. Решают те, кто качественно любовь познал, кто испытал то дно системное, те беды. Тот ад прошел, кто на колени падал, лицом к грязи лежал, кто по болоту шел, кто по пустыне выживал, искал воды, кто не находил, один терялся в пустоте и в темноте, но нашел себя, пришел к себе, принял себя и полюбил, простил все, что было, что сделано, сказано, сделано было себе, другим, все отпустил, простил и принял сам себя,
сама себя. Вот тот, кто познал, что есть любовь, без бед, без темноты, без боли, нету любви и не будет. Поэтому создать баланс не для нас, а для детей. Это наша святая миссия, обязанность. Это жизнь наша должна быть, чтобы детям было хорошо здесь, на планете, чтобы они могли гордиться, могли богами становиться и создавать, творить здесь, удивлять нас, радовать. Чтобы не сидели мы в домах престарелых, там, где мы заслуженно попадаем. И не те, кто должен, а те, кто на себя берет то всегда грехи. Чтобы хотя бы здесь был маленький, уютное место для детей. В сердцах покой. На какое-то время, чтобы передать эстафету жизни и качества поколениям, пока придут смелые мужчины, мужья, мужики, чтобы жизнь создавать, творить.